Привет, бандиты! Сегодня у меня будет для вас разговорное видео. Сегодня я не стал снимать свою тренировку. Сегодня у меня была тренировка ног. Сегодня я тренировал ноги. Можно было сделать этот выпуск в виде такой небольшой зарисовочки под музычку, как я приседаю, все это показать. Но хочу вам рассказать весь смысл сегодняшней тренировки. Потому как смысл намного интереснее, чем видеть сам процесс. Скажу, что тренировку я эту провел от первого до последнего подхода. Ну, то есть сразу перебегу, чтобы не было потом вопросов. От первого до последнего подхода. Все подходы я выполнил так, как за мной следил тот человек, который мне порекомендовал эту системку сегодня сделать. Выполнил я все подходы от первого до последнего в пол, что меня очень сильно радует. То есть все повторения, все подходы были технически выполнены правильно, вот так как первое, так и последнее. Ни одного подхода не было вот такого вот на пол шишечки, как многие любят приседать, по крайней мере в том зале, где я тренируюсь. Ну и в общем-то это все, что я хотел сказать, то есть касательно этой тренировки. Ну а сейчас я расскажу вам саму схему. Если вам будет не лень, то можете попробовать, особенно кто тренируется дома, у кого нет больших весов, можете попробовать эту тренировку дома. Для домашней тренировки она подойдет идеально, потому что я сегодня сделал, ну я правда два раза перепрыгнул через вес, то есть через подход, можно сказать, и дошел всего лишь до 130 килограмм. Но я вам скажу, что я сегодня ноги пробил так, как я их пробивал, по крайней мере по ощущениям, как я их пробивал, когда приседал чуть ли там не 140, там на 6, 2, 3, 4 подхода. Ну а сейчас я вам расскажу саму схему. Как бы ее можно, кто подписан на меня в Инстаграм, увидели, там ее можно описать в двух словах, но я вам сейчас все подробненько расскажу. Хотел я вначале записать вчера это видео, потом хотел утром записать, потом думаю, нет. Я это видео запишу именно тогда, когда я приду с тренировки, чтобы вы видели мое состояние, то есть вот это все. Короче, схема была такая, то есть оригинал схемы, которую мне описал человек, который сегодня, можно сказать, ассистировал меня на тренировке, она была так, выглядела. То есть начинаем с 20-килограммового грифа, приседаем 20 повторений, потом вешаем 10 килограмм, то есть 2 пятака, и делаем уже 19 повторений, потом вешаем еще 2 пятака, то есть плюс 10 килограмм, приседаем 18 повторений, плюс 10, 17 повторений, еще плюс 10, 16 повторений, еще плюс 10, там 15 повторений и так далее по возрастающей. Ну, я так дома поразмышлял, думаю, ну, посчитал от первого до последнего подхода, ну, блядь, 200 килограмм я не присяду по-любому. То есть я ее по-любому не смогу пройти, потому что 200 килограмм на сегодня, по крайней мере, я не присяду 100 пудов. Может быть, 160, 170, может быть, я бы еще и дошел. Но 200 это никак. Ну, во-первых, этот парень, который мне ее посоветовал, там сам детина 120 килограмм. Ну, блядь, банка, как у меня объем груди. То есть там огромный парень. Поэтому я посидел, поразмышлял, думаю, я буду делать шаг в 5 килограмм. Ну и посчитал, что первый подход у меня будет 20, потом 25, 30, 35, 40, 45, ну а по повторениям 20, 19, 18, 17, 16 и так далее вверх. Ну и у меня по плану должно было быть до 120 килограмм. Но так как я могу, конечно, скриншот сделать своего тренировочного дневника. У меня там на шестом, по-моему, когда 6 повторений, а когда 8 повторений было, мне нужно было 105 присесть на 8. Я 110 на 8 присел. И потом, по-моему, 5 повторений мне нужно было, к примеру, там на 115, а я поставил уже 120. Ну, то есть, два раза по 5 перепрыгнул. Получается, что как будто бы я сделал не 20 подходов, а 22.
Ну, в общем-то, ребята, это были единственные два вот таких вот косячка. Ну, это не косячки, потому что я приплюсовал в большую пользу. Поэтому и по плану, если я хотел присесть 120 на раз в последнем подходе, то я присел 130 на раз в последнем подходе. Все четенько, все прямо вот, блядь, как с иголочки. Ну и теперь я хочу вам рассказать свои ощущения. То есть я вам всю систему рассказал, расписал. Можете перемотать чуть-чуть назад, кому непонятно, все на листочек переписать и попробовать самим. Опять же повторюсь, для тех, кто дома, у кого небольшие веса, у кого особенно канал «Спортивный дед», я знаю, что у тебя, по-моему, в районе 120 килограмм штанга, так что можешь попробовать заснять сторис, ну и потом мне в директ стукнуть, или я так сторис посмотрю, и рассказать свои ощущения. Система, я вам скажу, очень хорошая. Не хочу материться, но она просто очень хорошая. С первого по десятый подход до 100 килограмм, пока я не дошел, я думал там, что это вообще такая ерунда. Потом, когда у меня десятый подход уже был, там 80 или 85 килограмм, по-моему, я уже начал вставать. И когда ноги выпрямляешь, я чувствую, что бедра подрагивают. Первые там 10 подходов это просто... Это вот так. Но именно вот они тебя выматывают, они забирают из твоих ног силу. Именно кайф вот этих вот первых легких 10 подходов усиливает кайф последних подходов, последнего там 18-го, 19-го и 20-го. Так вот, повторюсь, что начиная где-то с 80 килограмм, когда я начал вставать, у меня ноги просто начинали дрожать. Вот они вот неумышленно, у меня бицепсы, вот я прям чувствую, парень говорит, блядь, у тебя из штанов прям видно, что у меня ноги дрожат. Потом где-то подходя уже к весу 110 килограмм, когда нужно было 105, я вешаю 110 по ошибке, приседаю там на 4 или на 5 повторений. И так, когда уже было под 100, под 110 килограмм, и я уже начинаю чувствовать, что у меня, ребята, вот реально я вам говорю, у меня открылось второе дыхание. Я 115-120 килограмм я уже делал еле-еле. То есть там 4 повторения, там 3 повторения, 2. А вот именно 3 повторения, 2 повторения и 1 повторение, если до этого я мог себе позволить, там отдыхал 5-7 минут, пока вот это вот все, вся дрожь пройдет, то именно 18, 19 и 20 повторения, когда вес был 120, 125 и 130, вот не поверите, я сам не могу в это поверить, я сделал практически без отдыха. То есть у меня включилось вот реально вот это вот второе дыхание, в голове был какой-то выброс каких-то, я не знаю, гормоны это или что были. В общем, какой-то такой вот гормон радости в мозг выплюнулся. И радость от того, что все, я заканчиваю эту тренировку, я заканчиваю этот подход. Потом у меня по плану нужно было сделать становую тягу для бицепса бедра. Я делаю это с весом 70 килограмм на прямых ногах. Но я уже просто не смог сделать. Я попробовал с полтинничком. Ноги прямые держишь, когда начинаешь наклоняться, просто ноги просто в такой степени дрожат. Но это вот получается, как будто вот становая тяга Юрия Спаса Кукоцкого, который там вот трясло его так. Ой, опять... Время у меня уже 6 часов вечера, не ко сну будет это имя, а мною упомянуто, поэтому, Господи, прости меня. Ну так вот, ребята, рассказал я вам сегодняшнюю свою тренировочку. Хочу вам посоветовать, проделайте с собой этот эксперимент. Я перед тем, как эту тренировочку рассчитал себя по 5 килограмм, я себе поставил такую вот задачу. Вот если я сегодня сделаю это легко, если вдруг я чуть-чуть не добрал, то в следующую тренировку я попробую разбег делать уже не 5 килограмм, а 7,5. Ну вот сегодня я понял, что вот именно на 130 килограмм, когда у меня последний подход был, одно повторение с весом 130, прям вот четко все технично, ну... И я понял, что я прям вот попал вот как, блядь, с закрытыми глазами в 10 копеек. Вот прям вот четко. Завтра мне пообещали, что я вообще не смогу ходить. Ну, мне завтра и не надо ходить. Завтра у меня рабочие сутки. Завтра я буду все сутки сидеть.
Поэтому это меня не пугает. Боль в ногах я люблю. Тренировать ноги с такой системой, чтобы у тебя потом 3-4 дня ноги болели, прям ныли, мне это очень нравится. Поэтому я понял для себя, что сегодняшнюю тренировочку я провел на ура. Но обещаю, ребята, вот сейчас у меня пройдет время, я восстановлюсь после вот этой вот тренировки. Потом какое-то время мне нужно будет обычные тренировочки провести, потому что, ну, вы сами понимаете, что такую схему тренировать каждую тренировку ног, ну, это просто нереально. Ты себя просто так вымотаешь, что ты реально там себе или спину сорвешь, или ноги у тебя откажут в конце концов. Потому что у меня на 10-м повторении я без бинтов до 10 подходов приседал, и я чувствую, что вот когда дошел до 10 повторений, у меня прям коленочки начали вот именно вниз, когда садишься, они прям начали хрустеть. После 10-го я уже начал более-менее так не сильно сперва заматывать бинты, колени вернее, бинтами. Ну вот, как-то так. Но, ребята, обещаю, что не сегодня, опять-таки повторяюсь, не завтра, а через какой-то период времени, может быть через месяц, может быть через полтора, может быть через два, я еще раз сниму видео по этой системе, расскажу вам свои ощущения, но я уже хочу сделать разбег 7,5 килограмм. Есть у меня дома диски по 1,250 кг, и поэтому вполне нормально, что, хотя не в зале есть 1,250 кг, и поэтому вполне нормально, что будет разбег 7,5 килограмм. Но тогда получается, что у нас будет на раз, мне нужно будет в конце вот этой вот пирамиды присесть, сейчас я навскидку не скажу, но это, наверное, в районе 150 килограмм. Но 150 килограмм я на свежие силы, я прям сейчас знаю, что я присяду прям четко, прям в пол. Поэтому, ну вот попробую, что у меня получится с этой тренировки. Обязательно запишу вам видео, расскажу об этом. Ну а на сегодня, ребята, я скажу, что спас меня после сегодняшней тренировки вот такой вот батончик от Культ Бар, который стоит всего лишь 85 рублей. Но если вы живете не в Кемерово и сделаете заказ на покупку продукции компании Культ Лаб, этот сайт будет под видео в описании. Ну и как бы я домой шел, съел этот батончик чисто для того, чтобы забить вот этот вот голод. Домой пришел, я покушал обычную пищу, которую я ем в том же объеме, в том же количестве, в которую я ем вчера, позавчера, до этого ел. Ну, то есть всегда после тренировки. И не поверите, у меня сейчас, то есть я вот недавно поел, и у меня в животе просто яма какая-то. Я просто еще хочу есть. Вот сейчас, наверное, была бы моя воля, я бы, наверное, налегке эту баночку сгущеночки с батончиком, с белым батоном, я бы, наверное, уплел вот прям налегке. Или, наверное, полкилограмма зефира, наверное, с кофе. Я бы скушал, ну, прям вот так вот пролетели бы. Но буду себя сдерживать, не буду сдаваться, не буду поддаваться на эти уловки своего организма. Буду держать себя в нужных рамках калорийности моей. Ну и на сегодня, ребята, я вам хочу сказать, мое видео заканчивается. Увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем хочу порекомендовать, употребляйте только правильное спортивное питание. Любите, балдейте и верьте в то, что завтра вы будете намного лучше и сильнее, чем сегодня. Всегда тренируйтесь тяжело, никогда не сдавайтесь, потому что сдаются шлюхи, слабаки и квартиры. Мы к этому числу не относимся. Всем, кто меня смотрит, пятюня моя. И увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока, ребята.